Это была ненависть, гнев, крови. Умолял о пощаде, но ты снова наносил ему удары. Я знаю, ты убийца. Почему ты не признаешь? Хватит. Произнеси, я его убил. Это что, так сложно? Признайся, что убил. Признайся! Меня каждый день. Я выполнял все его приказы, но ему всегда что-то не нравилось. Однажды... впервые я почувствовал, что он уничтожит меня, что я сейчас умру. Я схватил нож и ударил его. 28 ударов ножом!